Скорее всего, вы подумали, что я какой-то свихнувшийся кретин. Ну вообще да, вы правы. Но это никак не влияет на то, что Помпсон 6000 – самое недооцененное оружие в игре после благочестивого бизона. Кстати, про него я тоже делал ролик, ссылка на него есть в описании. Но вот теперь, когда никто не сомневается в моем сумасшествии, я, пожалуй, начну. Вы попали на очередное видео моей рубрики, именуемой «Адская кузня». Интро в студию. Если вы до сих пор не верите, что я все видео буду гонять с Помпсоном, то вы глубоко ошибаетесь. Я и не на такое способен. Напомню, что я несколько часов подряд играл с одним лишь благочестивым бизоном. Ну ладно, давайте я начну свое повествование. А начну я его с описания характеристик Помпсона 6000. И да, кстати, 6000 название оружия — это средний IQ у его активных пользователей. Помпсон стреляет лучевыми зарядами, которые еще и нельзя отразить, вы представляете себе? Также он не требует патронов и может поджигать стрелы дружественных снайперов, прямо как поджигатель. Два в одном, ничего себе. Но при этом оружие все-таки надо перезаряжать. Надеюсь, вам сейчас не стало плохо от таких жестоких преимуществ. Но я вам вот еще что скажу. При попадании по медику он теряет 10% своего убер-заряда, а при попадании по шпиону тот теряет 20% заряда невидимости. Причем неважно, был шпигун в инвизе или нет. Новички в игре сейчас подумают, что это оружие даже дисбалансное, но нет. Я еще не назвал пару небольших минусов. Помпсон 5000 наносит лишь 20% урона по стройкам, а размер его обоймы урезан на 33%. Пфф, всего лишь. Могли бы его еще сильнее урезать, да? Ну ладно, я думаю, вы поняли, что уебищность Помпсона — это лишь иллюзия, случайно созданная игроками на зоны. Кстати, чтобы было не совсем скучно, во время игры я также возводил мини-турели при виде врагов. Мне же нужно было куда-то девать металл, а? Ой, блять, чуть не забыл. Мы ведь с тобой всегда придумываем название для билда. Я предлагаю Попа 6000. Извините, просто у меня мозгов больше ни на что не хватает. А как бы ты его назвал? Твои предположения я жду в комментариях. Вы обычно придумываете лучше, чем я. А, вот еще одно придумал. Благочестивый инженер. Прямо как благочестивый солдат, которого я тоже придумал. Все, хватит дурью маяться, хотя я бы от нее не отказался. После эпичного интро вы будете лицезреть непредвзятый геймплей за благочестивую Попу 6000. Бля, охуенное название. Кстати, прошу заметить, снаряды здесь летят у тебя быстрее, чем у благочестивого бизона, ебать. Что-то мне повезет. Бля, раздатчику пиздец. Чинить, чинить, срочно. Во что бы то ни стало. До сих пор стоит. Кстати, смотрите, вообще похуй. О, опять я с ним играл, с хер. Бля, ебать, это что за хуйня, блядь. Я его убил даже. Блядь. Отстань, бивай турель бою, да не меня. А смотрите, он за вражеского снайпера замаскирован, типа он стоит здесь целится. Отъебись! Отстань! Ой, спасибо! О! Я... Мы друг друга убили. Бля, Помпсон имба, видите, как я и говорю. Два раза его убил подряд. Да отъебись! А, бля, скаутов легко, кстати, убивать, реально. Неплохо получается мне. Думаешь, я не замечу, да, сука? Я убил, блядь. Готов защищаться, давай. Давай, подходи. Нет, только не обезьяна. Не-не-не-не-не. Только не это. Опять она. Прикольная идея, сука, для видео. Я спизжу ее, я так же буду делать, реально. Ага, блядь. Испугались? Я тоже, честно, испугался своего крика. Ага, я тебя видел, блядь. Гадина, гадина. Не, не здесь. А, вот он. Я нашел тебя, я убил тебя, сука. Ай, блядь, я ел йогурт просто. Вот этого, у меня 7 личный счет с обезьяной этой. Это обезьяна с предыдущей карты, вот это. Смотри, он свою турель, свою. Блять, так у него побольше она раза в три. А ты бись, уходи, уйди, отойди. Не-не-не, сука, позорная смерть. Да, это как благочестивый бизон примерно. Ну, чуть-чуть, наверное, получше, возможно. Хотя сам инженер слабее, так что наравне.
Стой, блядь! Напиши в комментариях, сколько раз за это видео ты перданул. Это очень важно. Неважно. Тому, кто бзнул больше всех, я сделаю. Так что пишите количество ваших газообразных выбросов из строкотана в комменты. Продолжение. Че, не хочешь меня ёбнуть, дебил, блядь? Ой, да бля, я добиваю прекрасный. Ай! А то, бля, я случайно опять попал. Так, воду, блядь, понял? Ты чё, дебил? Кто тебе разрешал здесь строить, дебил, блядь? Ай! Ой, я убил опять кого-то случайно. Хуйня ебаная, понял? Оп! Давай, сука, сейчас. Добивай! Да. Нихуя, свою поставлю здесь. Ой! А, нельзя воду. Пендриваться не буду даже. О, два раза, нахуй. Нет, три раза нет убера у человека, все. Хуярим! Ты ему похуй вообще, что ли? Нахуй пошел, блядь, отсюда! Уёбать! Ух, еще и крит выпал, физет. Hello, guys, can you kick me? Just kick me. Иди нахуй, чё ты здесь стоишь, сука? Kick me, I faggot. F2, why? F2, guys. Блин, какие тупые, токсичные игроки. Нахуй я это сделал вообще? Hello, faggots. Чё, стерпели? Нихуя. Ты чё нахуй? Круто я озвучиваю. Давай. Ну ничего ты не стрелял. Я бы озвучил. Давайте я буду все звуки озвучивать. Лол. Он прям напоролся. Блять. Ой. Че это они нубики, да? Блять, я по его. Сука, я так хочу тебя убить. Ты какой-то кондон. Ты просто урод. О, пулеметчиков вообще только так выношу, видели? Хедшоты ему дал. Ай, блять, я его. Сука, вот нахуй его подкинул, я бы его ебнул. Здорово, ебать. Я чиню телепорт вражеский. А чё, сломался? О, он тоже чинить пришел просто. Ой, чё? Как он это сделал, реально? Я первый, кстати, уже. Да, блядь, только. Только что, четвертый уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, а как меня труп убил, я не понял. Так, это кто? О, ебать, я шальной пулей подспал, так сказать. Случайно вообще, даже не хотел. Я понял, что это шпион. Я умный? Не, дебил, блядь. Понял, ты даун, джиггернаут. Тебе мстить сейчас буду. Что ты мне ничего не делал. Вот, блядь. Это конец. Конец всего. Конец моего непревзойденного удовольствия. Ведь мне больше не придется играть за благочестивую попу 2007. Но ничего, я после этого видео еще пару каточек сыграю. Пишите в комментарии, какое еще оружие сильно недооценивают. Я обязательно защищу его права и свободы. Я готов отстаивать свою и ваши точки зрения и доказывать все на деле. Ставьте лайки, если вы со мной согласны и вам понравилось это видео. Советую ознакомиться с контентом на моем втором канале. Он не менее прекрасный, чем Помпсон. Там мы с друганами снимаем смешные ирл видео. Они очень смешные, реально. Блять! Еще у меня есть группа ВК, куда я выкладываю мемы по Team Fortress. Кто бы мог подумать. Всем удачи и пока. Кейти.